Всем привет! Сейчас я нахожусь на главной выставке специальных велосипедов в мире, которая называется «Шпецы». Здесь можно протестировать разные странные лежачие велосипеды, тандемы, какие-то трехколесные лежачие велосипеды. Это очень интересно, но вот на двух колесах мне кататься страшно. Я не знаю, как они на них держатся, мне кажется, упасть просто можно. Но вот трехколесный выглядит вот так вот. И смотрится это очень интересно. И кататься на нем очень здорово. И что самое главное, они удобные. То есть, если на обычном велосипеде, ну, вы себе отбиваете пятую точку, то на этом велосипеде ехать реально комфортно. То есть, сидишь как в кресле, крутишь педали. Это вообще супер круто. Это совершенно другие ощущения. И обязательно, если у вас появится шанс попробовать лежачий велосипед, попробуйте. Это супер круто. Мы едем на бамбуке, это очень клевое ощущение, на самом деле это очень-очень круто. Я делала дизайн для бамбука, но не представляла, что это такая офигенная вещь. Я катаюсь на этой странной штуковине.